И сегодня столичная милиция сообщила подробности задержания в метро пьяного молодого человека. Видео с камер наблюдения Минского метрополитена появилось на сайте ГУВД. Согласно официальной информации, 27 мая в час 16 дежурному сообщили, что на станции Октябрьская неадекватно ведет себя пассажир. Шаткая походка, полная дезориентация в пространстве. Милиционер остановил мужчину, который спускался на эскалаторе, представился и попросил покинуть метро. Они поднялись в вестибюль, но молодой человек отказался выходить на улицу категорически. А когда представитель правопорядка попытался отвезти парня в комнату милиции для разбирательства, завязалась драка. В итоге милиционер получил удар по лицу. У него сломан нос. Задержать дебошира помогли уже сотрудники службы безопасности столичной подземки. При попытке доставить молодого человека в комнату милиции он оказывал активное физическое сопротивление, тем самым причинил телесные повреждения сотруднику милиции, а именно закрытый перелом костей носа. Спустя какое-то время совместно с сотрудниками службы безопасности метрополитена молодой человек был доставлен в комнату милиции, а затем в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи, где ему поставили диагноз алкогольное отравление. Более того, было установлено, что молодой человек уже не один раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, за мелкое хищение, за распитие алкоголя в общественных местах и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, а также за нарушение обязанностей по воинскому учету. У задержанного в метро алкогольное отравление. Об этом сообщили в больнице, в отделении токсикологии. Туда отвезли мужчину сразу после инцидента. На данный момент возбуждено уголовное дело.